Вас приветствует Кайзер. Сегодня перед вами еще одна представительница ряда газовых поверхностей в строгом и минималистичном дизайне хай-тек от Кайзер. Поверхность KCG-6380 Turbo. Отличительной особенностью данной поверхности является ее материал изготовления, который сразу бросается в глаза. Это черное стекло, на котором расположены горелки и прочные массивные чугунные решетки. Но вам не стоит опасаться за сохранность стекла. Решетки имеют резиновые ножки, которые уберегут стекло от царапин, а само стекло является каленым и изготовлено немецкой фирмой Schott специально для Кайзер. Строгий стиль изделия дополняют металлические поворотные ручки, которые не нагреваются во время готовки. Помимо одной маленькой и двух обычных конфорок, поверхность обладает турбокомфоркой, значительно сокращающей время разогрева или приготовления. Также Кайзер позаботился о возможности подключить поверхность как к магистральному, так и к баллонному газу, включив в комплект поставки необходимые форсунки. Кайзер. Классика удовольствия.